после этой поединки ЦСКА одержала информацию, на втором месте турнирной таблицы. Но правда уже есть железнодорожник, в запасе. Российский футболист Евгений Плющенко попал в американский учебник по физике. Поинтам показывают фотографии чемпиона в момент прыжка и в момент приземления на лед. Автор пособия объясняет, как Плющенко использует движение рук и ног, чтобы увеличить или уменьшить силу. Ебать! Ебать, блядь! Нихуя себе! Он бьется. Горит или что у тебя? Нифига себе! Вот такой же клоун. Раз нахуй. Ёбаный насос. Да ладно, никого ж не въебал. Поверните направо. Колесо. Мама, мамочки. Колесо у него взорвалось. Продолжайте движение. Тихо, Сонь, тихо, не попался.